наш следующий участник Далер Шавкатов. На кастинге показывал наше национальное и арабское. На этот раз будет индийское. И будет робот. Кукла. Постановки танца я сам ставлю сейчас уже сам. Музыку тоже сам делаю. Когда строю музыку, сначала показываю родителям. Везде первые места. Еще у меня нет поражения, но сейчас я очень волнуюсь, тут очень сильный. Еще такого, на таком масштабном конкурсе не был я. Поэтому я очень постараюсь. Это мечта, во-первых. Это самое главное, это мечта моих родителей. Их мечта и моя мечта одно и то же. Я хочу, чтобы сбылась их мечта. Я хочу, как они говорят, купить на острове виллу. Хочу, чтобы они гордились мной. В нашем проекте принимают участие разные таланты из разных регионов. До выхода на сцену все они наслаждаются и освежаются вкусом Кока-Кола. На сцене Далер Шавкатов. Мне безумно понравился твой номер. Послушаем наших судей. Ты крутой, молодец. Очень хорошо, что ты совместил все, а особенно узбекский
такие мелодии. Ты же видишь, как я не могла на месте сидеть. Я тебя поддерживала. Не то, что поддерживала. Ты меня просто зажег. Я еле как сидела. Хотела выбежать к тебе и с тобой в пару станцевать. Очень крутой номер. Спасибо всем. На самом деле, одному выйти на сцену, танцевать и зажигать зал, это очень сложно, и у тебя получилось, молодец. Давай, Далер, удачи, скоро увидимся. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь. Конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.